Росстат зафиксировал повышение средних цен на бензин в России за неделю с 15 по 21 октября. По данным еженедельного мониторинга цен, который проводится на тысячи заправок в столицах субъектах России, в 45 регионах цены на бензин выросли в среднем на 5 копеек. Цена дизельного топлива выросла на 14 копеек. В некоторых регионах рост цен оказался гораздо более значительным. Так, в Чите он составил 1 рубль 39 копеек, в Ханты-Мансийске 83 копейки, в Кызыле и Благовещенске 75,75 копеек соответственно. В России выросли в среднем на 0,4% на дизельное топливо, на 0,8%. По сравнению с декабрем прошлого года бензин в стране стал дороже на 9%, а дизель на 10%.